Всем привет! И сегодня я вам расскажу, как установить Pokemon Go на Android. Многие не могут установить ее, потому что ее нет в Play Market. Но да, ну в интернете она есть. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Заходим в Google. Пишем. Переключаемся на английский язык и пишем APK Pokemon Go и ждем загрузки. Кстати, если на этом видео будет 3 лайка, то я буду снимать с веб-камерой. Буду снимать с веб-камерой. Дальше заходим. Вот на APK Mirror. Ну, можно на другой сайт, тут они везде будут без вирусов. APK Mirror. В этом APK Mirror, вот видите, старая версия 0.2.3. Мы листаем пониже. И вот здесь у нас список версий. Вот, нажимаем вот здесь. Вот видите, Pokemon Go 0.31.0. Нажимаем вот на эту полосочку. Ну, стрелочку с полосочкой. Ждем загрузки, да. Ну, не обязательно переводить. Закрываем. Реклама, да. А реклама, как же без нее? Так. Вот. Написано Pokemon Go 0.3. Дальше вот здесь. Мы листаем чуть-чуть пониже. Сейчас, подождите. Вот. И вот нажимаем вот на эту кнопку. Sell a la... Ну вот, короче, на эту кнопку нажимаем. Так, если вам не нравится, я могу, чтобы были белые точечки. Место. И вот здесь выбираем версию. Если у вас слабый телефон... то советую убрать верхнюю версию, то есть 30-го. А если у вас мощный телефон, то выбираем последнюю версию и нажимаем опять. Вот сюда. Все, ждем. Вот, и загружается вот такая. Ну и все, мы берем APK и нажимаем APK Download. Ну, в общем, все, сейчас ждите и начнет файл качаться. Поскольку у меня уже есть. Так, вот тут мой котик пришел. Ладно. Если вот у меня есть, я не буду качать. А вы нажимаете просто ОК, и у вас начинается загрузка. Всем удачи и пока. Это. Ну, до скорых встреч.